Станислав Дужников стал настоящей звездой после съемок в сериале «Воронины». Благодаря этому комедийному сериалу для многих он и сейчас остается добряком Лёни Ворониным. Зачастую среди семейных актерских пар бывает так, что когда супруги начинают работать вместе, их отношения начинают портиться и дают трещину. Так произошло и в паре актеров Дужникова и его супруги Кристины Бабушкиной. Для Станислава брак с Кристиной стал первым, правда и непродолжительным, даже несмотря на то, что в этом союзе они впервые стали родителями. Развелись актеры в 2010 году, а после оба экс-супруга обрели свое новое семейное счастье. Мало кто знает, что у актеров есть взрослая дочь Устинья. Ей 13 лет, она растет настоящей красавицей и копией своей мамы. После развода родителей Устинья стала жить с матерью, но несмотря на это не испытывает дефицита внимания со стороны отца. Звезда Ворониных остался в хороших отношениях с бывшей женой, а также принимает участие в жизни и воспитании своей единственной дочери, которую ласково называет Стёшей. Устинья унаследовала от своих родителей актерский талант, который в настоящее время активно развивает и демонстрирует в театральной студии. А также у нее оказались отличные вокальные данные. В общем, дочь актеров растет творческой личностью.